Привет, друзья! Сегодня должны привезти дрова в Горбыль. Живу в частном доме, дрова в моем случае необходимы. Хочется съездить на рыбалочку зимнюю, открыть сезон 2020 год, но пока не получается. На первом месте у меня все-таки дома, потом, так сказать, рыбалочка. Посмотрите мой быт, чем я занимаюсь. Свободно от работы время. Потоком. Все сложило. Блин, я по-другому начал ложить. Че, так вы меня назвали вас? Ага, и Петро. Первый раз, когда телегу купил, у меня как бы это, ну, входило немного совсем. С каждым рейсом у меня все больше и больше. Потом я удивлялся, как у меня столько входит. Давай пойду. Ну, еще прижимая, да, друг друга как бы. Да, этот не как блин. Дальше уже укладывать, да? Сейчас. Что, напилено, положим. Положим. Напилено. Вот.
Вот, как бы ровняется. Больше войдет зато. Вот так-то вот. Вот она уже как бы качается, да? Чуть сильнее ветер, блин. Ну тут-то ладно, можно привязаться к столбу. Прихватить маленько. Раньше мы как бы это здесь складывали от сих пор до самого конца поленницы, лесовоз. Постоянно ее через недельку подтюкиваешь, выправляешь. То в одну сторону заварится, то в другую, блин. Холостую не ездишь, нормально. Вот, не допилил маленько. Берем. Так, а здесь надо вот переколотить, да? Друзья, наконец-то я закончил заготавливать дрова, все испилил, сейчас я покажу. В итоге у меня получилось, заказал я машинку газик, обошлось у меня там 1800 рублей, в кубах перевести это выходит
чуть больше 4 кубов. Так, такая поленница. Это для баньки у меня. Сейчас покажу, сколько у меня в итоге для дома получилось. Вот такая поленница. Здесь около 7 метров длина этой поленницы. Чистенько, осталось маленько прибрать и собираться на зимнюю рыбалку. Всем, кто досмотрел видео, всем пока. Если понравился обзор моего быта, укажите в комментариях. Буду в дальнейшем периодически показывать похожие обзоры, чем я занимаюсь дома, не рабочее время, между рыбалками, так сказать, и работой. Ну что ж, всем пока, до новых встреч!